Всем привет! С вами я, Лисанна Тяшева, и специально для гламура сегодня буду рассказывать про свою косметичку. Да, вы обращаете внимание на стол, типа, где она? Вы знаете, я просыпаюсь такой вот красивой. Я думаю, что все девушки планеты мечтают о каком-то таком мейкапе, который держался бы месяц, например. Но нет, нам приходится пользоваться косметичками, и у всех они разные. Сегодня я отдаю предпочтение прозрачной косметичке, чтобы сразу так посмотреть, все ли с собой взято. Итак, помада от MAC, конечно, мой фаворит. Естественно. Но все мы, девушки, такие противоречивые, нам хочется все время перемен, что-то. Я сделала глобальное изменение для себя и нашла NARS. Не поверите, какого цвета? Красного. NARS, он такой, как это сказать, ну вот видите, он прям как кровавый такой. То есть если сравнивать эти два красных непобедимых фундаментальных инструментов для девушек, ну, в принципе, разницы никакой толком, но вот NARS, он какой-то сочнее, то есть следы от него везде остаются. Если вы не боитесь отпечатков красной помады всюду, на белой блузке, на щеках у ваших детей, на губах у ваших любимых, то вот, вперед. Естественно, все это добро мажется на губы, и потом губы пересыхают. Как старый добрый друг такой, которому я не изменяю уже очень много лет, это Нивея. И это реально помогает. То есть вот после вот этой всей красоты, когда все это смыло, вот такую помадку нанесла. Да, именно так. Наверное, ни с того не начала, но тем не менее. Такая штучка, гель для рук антисептический. Очень рекомендую всем, особенно разные вирусы ходят. Не будем об этом, будем о красоте. Поэтому всем рекомендую тоже в косметичке носить с собой. Любовь, любовь. Естественно, без тоналки никуда. Короче, здесь два в одном. И консилер, и тоналка. Тоном я свое лицо не заливаю. Вот, но мелкие всякие вот недостаточки. Кто-то в меня влюбился. Вот так вот быстренько. И все свои вот эти вот особо яркие веснушечки я, конечно, люблю подскрыть. Кожа дышит, не перегружается, вот, и есть какое-то такое психологическое отношение, там много всего пишут про икру, я верю, или внушила себе, но пока это мой такой топчик, все-таки определилась я. Давайте про тушь поговорим. Значит, я вам вот так скажу, я пока еще в поиске идеальной туши, и поэтому в эту конкурентную борьбу врываются тут несколько представителей, то есть вот Клиник, мне чем она нравится, что она снизу, вот здесь, не отпечатывается. Так, так. Том Форд мне очень нравится, какой эффект дает. То есть такой прям сразу жирный мазок по ресницам, и глаз сразу открывается. И, кстати, Том Форд очень быстро смывается. Вот что мне нравится, не надо очень много тереть. Я, конечно, обратила внимание на Шарлотту Тилбери. Вот эта вот тушь, она такая, она достаточно интересная, в носке, 12 часов, в принципе, нигде не отпечатывается, но смывается, как ё-моё. Это надо глаз просто вырвать, и тогда ее смоешь. То есть она остается с тобой и до завтра. Брови, брови. Ой, ой. Пока это мой топчик. Сен-Лорановские брови. Вот так вот раз-раз-раз, подкрасила, подкрасила. Я просто их ставлю, я очень люблю их ставить, не прокрашивать. Все. Мне особо прикольно видеть, что всю эту косметичку снимают операторы-мужчины. Я просто смотрю на это все, на их лица, они с такой серьезностью слушают про помады, про тушь. Любимый и неповторимый Том Форд и вот эта палетка. Это моя любовь. Я крашусь сама, вот, и крашусь именно этой палеткой, особенно в гастрольном туре Болеро, вот, или на моих мастер-классах. Чем мне нравится? Во-первых, каждый раз под настроение она меняет мне цвет глаз. То есть вот очень легкая текстура. Фиолетовый, особенно нам, зеленоглазкам, очень подчеркивает наши зеленые глаза. И буквально я крашусь руками. Вот, вот так вот, раз, два, три. И все, и сразу глаза позеленели. И не смотрится при этом вульгарно. Это я использую вот сюда, как хайлайтер. Вот, можно и вот так. Все очень быстренько, и все в одной палетке. Очень много. Карандаш. Сразу видно, да, каким пользуется больше. Совершенно неожиданно Кико порадовал меня, бронзовый. Вот так вот глазки раз-раз, раз-раз, и тоже сразу выделили. Мягкий, удобный,
заканчивается быстро. Единственный его недостаток. Подводка для глаз. Мой фаворит Том Форд. Мне нравятся две кисточки. Мне нравится, как они рисуют. Хочешь поменьше стрелку, вот тебе на потоньше. Хочешь побольше. И все вот в таком удобном виде. Иногда даже, если честно, со мной в косметичке оказывается вот это. Я сегодня просто полный набор, надо же продемонстрировать. Вот это. И вуаля, вот этот Nars. Это нюдовая помада American Woman. Очень рекомендую. Вот она, кстати, с губ не ползет. Это такой мой макияж на everyday. Очень нравится оттенок, посмотрите. Выглядит как такой какой-то розово, я даже не знаю какой, но на губах смотрится, если один слой, то такой прям красивый нюд. Вот, если два, то она поярче уже смотрится. По рекомендации обратила внимание на Шарлотту. Это такой красивый, очень глубокий, какой-то у нее винный. Вот, тоже мне нравится и текстура, и носка, и не ползет эта помада. Если нужно сделать быстрый макияж, вдруг неожиданно куда-то позвали, то я пользуюсь вот этим карандашом от Шарлотты Тилбери. Вот, это такие тени, карандаш, и все очень быстро. Вот, просто два взмаха. Вот. И сразу блеск в глазах. Он очень мягкий, классный, мне он очень нравится. Вечный и как добрый друг незаменимый крем для рук от Нивеи. Сколько лет он с нами, и я ему очень доверяю, никогда меня не подводил. Мой любимый парфюм всегда со мной. С очень сложным названием, такое же, как мое имя, очень сложное. Амбра Нургали. 10 лет этот парфюм со мной. Если нужен, тяжелый люкс, как я это называю, тяжелый мейкап, такой, который закроет все, и веснушки, и вместе с веснушками вообще все, это бэковский консилер. Вот. Особенно для тех, кто склонен к тому, чтобы у него были синие круги под глазами, у кого акне, кто борется с веснушками, кто борется с пигментными пятнами, под тональный крем, как основа, вот так, раз-раз-раз, и все. Но это на особые случаи, я стараюсь не перегружать свою кожу. Мы все хотели бы верить, что от маски огурца мы становимся лучше и моложе, но нет, косметика пока нам помогает как-то преображаться, менять стили, менять настроение. Как вы увидели, что кисточек у меня не очень много, объясню, все люблю делать руками. И как вы заметили, я не использую корректор. Чтобы прям вот прям корректором аккуратно пользоваться, а не было вот этих вот полосок, я предпочитаю все-таки отдавать это профессионалам. А мне для жизни достаточно вот этого скромного арсенала. Тени Dior Backstage Forever. Всегда они молодцы, всегда выручают, когда нужен нюдовый мейкап, когда нужно что-то быстренькое соорудить, вообще, да. И тоже пальцами, естественно. Точилка у меня всегда в косметичке. Камушек дети подбросили. Эта традиция пошла еще от моей мамы. Вот. Она работала, когда была маленькая, работала археологом и все время привозила какие-то интересные камушки. И сегодня мне дети положили тигровый глаз. Такой вот камушек. Камушек как напоминание всегда о детках. Я всегда стараюсь носить свой крем. Это именно после макияжа, когда мне все смыли, чтобы лицо привести в порядок. Именно такие крема, вы сразу их выдавливаете, вот так, моментально. Как утверждают косметологи, это намного гигиеничнее, потому что здесь ничего не образовывается внутри этого флакончика. Мне очень нравится такой подход, такая гигиена. Все, в принципе, вот такая стремительная косметичка у меня. И как я уже сказала в начале, нам всем хочется, конечно, без этого всего. Но, с другой стороны, а чем раскрасить еще нашу жизнь и подчеркнуть какие-то эффектные черты нашего лица? Почему нет? Почему в это не играться? Тем более сейчас косметика стала гипоаллергенной и интересной, и это помогает нам пробовать себя абсолютно в любых образах. Не только сцена заставляет девушку меняться, а давайте представим, что мы каждый день с вами живем на этой сцене. Независимо, какие у вас профессии, независимо, кем вы работаете, вы девушка, вы женщина. И я вам желаю перемен,
каждый день в лучшую сторону. Ваша Лиса Нутяшева для Glamour.